Re, viss ēters ir te. Светбанк закрывает счета латвийским логистическим компаниям. Это не единичный случай, а похожая тенденция. Латвийская ассоциация автоперевозчиков допускают, что речь идет о санкциях в отношении сотен латвийских компаний. Все подробности у Даниила Смирнова. Павел – владелец транспортной компании, гражданин Латвии. Его предприятие работает в нашей стране более 10 лет. Все это время компания-резидент пользовалась услугами Светбанк. Здесь были открыты ее счета, оформлены кредитные карты водителям. Но недавно Павел получил от Светбанк уведомление о том, что счета его транспортной компании будут закрыты в течение месяца, без объяснения причин. Компания также не привлекалась никогда ни к административной ответственности. Мы платим налоги, все, в общем, я бы сказал, абсолютно прозрачная деятельность связана с перевозками. Единственный нюанс, достаточно важный, допускаю, в данном контексте, то, что мы возим грузы на Россию. Однако, как поясняет Павел, в общей структуре его бизнеса перевозки в Россию и из нее составляют только 5%. Остальной бизнес он ведет с европейскими странами. В письме Светбанку я указал, попросил, если у них есть вопросы насчет нашей деятельности, задать их, и на все вопросы готов ответить, потому что все транзакции предельно чистые. Но банк оставил свое решение без изменений, ничего не стал запрашивать. Как рассказали «Русскому вещанию» в ассоциации перевозчиков «Латвия с Ауто», история Павла не единичная. Закрытие счетов в Светбанк – это массовое явление. От этого уже пострадали и два члена совета ассоциации перевозчиков. И, возможно, речь идет о закрытии счетов сотням латвийских компаний. Неудобство в чем основное? В принципе, в логистической сфере банк один из самых распространенных. Ну, наверное, 70%, я так думаю, логистов, транспортников и же с ними связанных там магазинов, которые торгуют грузовыми запчастями, колесами, всей атрибутикой, тоже все в основном держали за Светбанк. В этом случае довольно быстрая коммуникация и перемещение денег. Ассоциация и сами перевозчики пока не жалуются на банк в надзирающие органы, поскольку остается возможность открыть счета в других банках. В Светбанк отрицают, что это какая-то целенаправленная политика в отношении транспортных компаний. Счета закрываются в рамках индивидуального подхода к оценке рисков. Я хочу сказать, что вопрос о прерывании отношений с клиентом индивидуален. У нас нет решения прервать сотрудничество со всеми транспортными компаниями. Каждый случай рассматривается индивидуально, в зависимости от рисков, связанных с отдельными клиентами. С теми рисками, которыми мы можем управлять, мы продолжаем работать с клиентами. Когда риски слишком большие или клиент не отзывчив, то в конечном итоге может быть принято решение о прекращении сотрудничества. В деятельности ряда латвийских транспортных и логистических компаний Светбанк смущают операции, когда груз забирается в России у одной компании, а оплачивает услуги третья из офшорной зоны. В свою очередь, в комиссии рынка финансов и капитала ФКТК отметили, что оценивая данные события, надо брать во внимание происходящее в финансовом секторе Латвии и Европы и усиление мер по борьбе с отмыванием денег. Однако в то же самое время ФКТК призывает кредитные учреждения применять сбалансированный подход и не перебарщивать в применении силовых инструментов. Даниил Смирнов, Кришина Слейтис, Никита Алексеев, Латвийское телевидение.